пакет поправок, который касается изменений в Конституцию в части реформации органов местного самоуправления. Это 132-я статья, и она конкретно говорит о том, что органы местного самоуправления теперь, да, наравне, вместе с органами государственной власти должны будут решать проблемы нашего населения, людей, которые проживают в муниципалитетах, да, в селах, в городах и так далее. О чем это говорит? То есть на сегодня мы понимаем, что органы местного самоуправления исполняют свои полномочия. Органы госвласти, они исполняют свои полномочия. Это конкретно те или иные действия, да, там, и по пожарной безопасности, и по ЧС, и по строительству, и по ЖКХ, скажем так, по культуре, по образованию и так далее. То и органы местного самоуправления зачастую, да, сегодня, они не могут решать в селах и городах те вопросы, компетенции, которые к компетенции их не относятся. Можно понимать эту поправку о том, что органы местного самоуправления, они будут иметь возможность на, так скажем, компенсацию расходов, которые связаны с государственными полномочиями. То есть они могут решать на уровне сельских поселений те или иные вопросы, которые, в общем-то, должны решать по закону органы государственной власти.